Наше нелегкое путешествие в себя продолжается. Мы выяснили, что составляющими «я есть» являются наше видимое физическое тело и невидимое, но реально существующее энергоинформационное тело. Энергия в нас является источником существования всей нашей сложной структуры строения. Всем нам очень хорошо известно, как трепетно люди относятся к различным видам энергии на нашей Земле, поскольку они являются источниками существования во внешнем мире. Точно так же трепетно каждый из нас должен относиться к своей личной энергии. Нам нужно научиться грамотно пользоваться этой жизненно важной энергией в нас. Для этого нам необходимо знать, как она работает. Работает ли она сама по себе, либо нам дано право управлять, манипулировать ею. Будем искать ответ. Через многофункциональную систему движений и самовыражений мы можем определить, каким потенциалом энергии владеет каждый из нас. Очевидным станет факт, что потенциал у каждого из нас разный. Это еще раз говорит о том, насколько мы все неповторимые, уникальные. Активным потребителем нашей жизненной энергии, естественно, является физическое наше тело. Информационно-энергетическое тело является также активным потребителем. Это наш мир разума, сознания, ощущений. В понятии «я есть» существует что-то еще особое, более конкретное. За всем этим мы чувствуем личность, то есть каждое «я есть» отличается не только внешним видом, но и внутренним, а все вместе дает нам понятие «личность». Центром личности является наше «я». Мы его называем еще сущностное «я». Это оно должно стать центром структуры «я есть». Получается, что каждое «я», то есть каждый из нас, имеет подарочный набор, энергетический потенциал, информацию, в которой указано, как, видимо, пользоваться нашими телами. Нашему «я» сущностному нужно всего лишь научиться считывать эту информацию, а еще проще – услышать внутренний голос и следовать его мудрым указаниям. Все так просто. И нас ожидает здоровое, счастливое, естественно, не безбедное, наполненная любовью жизнь до последнего выдоха. Увы, не будем обольщаться. Дело в том, что в этом же, так сказать, подарочном наборе в подарок нам даны безусловные рефлексы. В них заложена необходимая для нас полезная программа. Это совокупность не только движений, но и инстинктов, которые относятся к бессознательной части нашей психики. Нам уже известно, что инстинкты в нас могут руководить нами всю жизнь, поскольку многие инстинкты подчиняются принципу удовольствия, а мы спокойно можем утонуть в этом потоке удовольствия. Еще мы имеем в наборе мозг. Это наш мир разума, место, где рождается бесчисленное количество мыслей, имеющие свойство постоянно меняться. Это неуловимый поток. Все это получает в распоряжение наше «я». Почему наше «я» не слышит внутренний голос? Оно глухое? Почему не владеет информацией? Оно не видит создающегося хаоса внутри и, возможно, снаружи. Оно слепое. Наши инстинкты не обузданы. Нет над ними контроля. Разум непостоянен. Нет над ним контроля. В результате мы наблюдаем личность,
которое в один период времени является воплощением зла. Немного спустя это воплощение глубокой скорби и печали, а еще немного – сама радость и любовь. Постоянные изменения, нет внутреннего контроля, нет хозяина. Наше сущностное «я», скорее всего, еще находясь в материнской утробе, явно готовится при рождении принять весь божественный подарочный набор. Я должно стать не только руководителем и центром личности, значительно больше хозяином, господином, владельцем микрокосмоса. Что такое быть хорошим, настоящим владельцем во внешнем мире, нам ведомо. Мы старательно, с любовью проявляем свое стремление держать свои владения под своим контролем. Знаем свои успехи, проявляем немедленное беспокойство и заботу там, где худо. Знаем о существовании конкурента. Мы внимательны и осмотрительны, редко кому доверяем. Изучаем конкурента. Один к одному все вышесказанное относится к нашему сущностному «я». Оно должно проявлять свое господство в своем волшебном царстве внутреннего мира для реализации космического божественного плана. Помните, мы единый организм, мы неотделимы друг от друга. Во внешнем мире чаще всего мы знаем своего врага, если он существует. Существует ли он во внутреннем мире? Кто или что мешает господствовать нашему сущностному «я»? Ответ, как всегда, находим в Библии. Это искуситель, только не змей из Старого Завета. Это искуситель Иисуса Христа Нового Завета. Библейское имя его – Дьявол. Также известен всему миру под другими именами. Одно из его имен, как бы подпольное, это эго, имеет постоянное место жительства в нашем внутреннем мире. Эго – это наше бедствие. Его действие, искушение ничем не отличается от искушений злодействий библейского персонажа. Это эго, дьявол внутри нас, делает наше сущностное «я» глухим и слепым. Это эго блокирует путь, который ведет к контакту с внутренним голосом, с божественной частицей в нас. Как оно попало в подарочный набор? Великая тайна.